Решил останавливаться на некоторых местах, которые, может быть, чуть-чуть заинтересуют меня и, возможно, будут интересны вам. И буду короткие кадры делать. Вот смотрите, вот подношение духом здесь. Здесь принято на Бали перед каждым домом класть такие вот подношения, чтобы духи зла обходили мимо. Вообще-то город Убуд считается местом творческих людей. Посмотрите, какие картины. И вы знаете, реально, человек творческий, когда он сюда приезжает, его прет. Дерево в форме головы, разноцветный жираф. Очень инкрустация такая красивая. Даже Мэрилин Монро сюда забралась. Вот опять-таки подношение духом. Вон там еще. Вот там пишет человек картину, видите? Давайте я перейду дорогу. May I record YouTube? Yes, thank you. Where do you come from? From Russia, Russia. Russia? Russia, yes. What's your name? Alex. Alex. Yes. Alex. 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 Yes. What is your name? Mahmoud Rovi. Mahmoud Rovi. Very nice. Yeah. My Facebook, Mahmoud Rovi. Okay. Can I see other pictures? Кстати, вот этот персонаж очень похож на самого героя. Is it you? Yeah. Видите, сам себя нарисовал. Я не знаю, насколько это ощущение позволяет лошади. Посмотрите эту картинную галерею. Посмотрите, такие мазки жирные, очень объемно смотрится, такое впечатление, как будто цветы реально. Давайте сейчас у него спросим, как долго он занимается искусством. Здесь реально вот рисовая плантация, прям вот рукой хочется пощупать кого-то, вот эти живые вот так вот мазки. Очень интересный стиль. How old was you when you start painting? Eight. No. When? How old was you? Oh, I study for painting 20 years old. 20 years old. I start at 2003. 2003. Yes. Okay. It was 13 years ago. Yes. Мы сейчас посчитаем, сколько лет он занимается творчеством. В 2013 году он начал. 2016 дикурани 2003. Ну, тика. О, я. Yeah. 13 лет можно достичь вот такого вот мастерства. Very nice. Your pictures will see people from many countries. From Russia, America. In my house. Ah, your house here? Yes. I sleep in there. Wow. Do you have Facebook or YouTube channel? Facebook. Facebook? Can you show? I will show you. Вот страничка на Facebook. Yes. Mahmoud Rovi. Mahmoud Rovi. Please wait. My self-portrait painting. Self-portrait, okay. Yes. Blue color. In blue color. Very nice. Okay, let's wait. Oh yeah, I'll show you in here, anything in here. Сейчас он покажет свой портрет в синих цветах. Автопортрет. This. Wow, this very in, nice. In my Facebook. Yeah, very yeah. Nice. Where did you take ideas for the pictures? I get this idea very difficult.
Sometimes many painter angry to me, said, you are bad painter. So I make and I get. You want to show them that you are a good painter. Yeah, like that. Он хочет всем показать другим художникам, которые говорят, что он плохой художник. Он хороший художник, поэтому это для него тоже мотивация такая. I want photo with you. Okay. I will upload in my Facebook. Okay. Alright.